нашу продукцию. Кульминация фестиваля – конкурс «Лучший сыр России». В заявке 1000 участников, а это финалисты. Победителей выберут в 12 категориях. Например, с белой или голубой плесенью или сыр с мытой корочкой. Оценивают вкус, аромат и текстуру. Этому номинанту мраморный окрас придают чернила кальмара. Как правильно дегустировать, гостям рассказывает сырный сомелье. Сперва нюхают его, потом берут в рот кусочек, разжевывают и дальше наслаждаются послевкусием. Впрочем, у покупателей свои критерии выбора.